Друзья, всем добрый день! Всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. С вами Сами Тибло. В Турции город Аланья, дорогие друзья, где нету снег, мороз и практически здесь зима нету, друзья. Так что, поэтому, друзья, я всем рекомендую, особенно зима здесь, время проводить. Прекрасная жизнь, действительно. В Алании очень хорошо, уникальный жизнь здесь, дорогие друзья. Так что, друзья, сегодня у нас с вами будет очень уникальный проект, очень перспективный проект, друзья. Но она готова уже, богатая инфраструктура. И здесь рядом отсюда буквально 400 метров, недалеко. И качество, отдыха качества тоже отлично, друзья. Так что скоро все это я вам покажу, друзья. С вами находимся в самом сердце Алания, район Клеопатра, друзья, где можно сдавать ваше жилье, друзья. Не только для себя, для проживания здесь хорошо. Еще здесь для инвестиций тоже очень хорошо. Центр есть центр, правда, друзья? Поэтому вот этот район Клеопатра очень хорошо задается, друзья. Почему? Потому что песчаный, длинный, широкий пляж. Здесь жизнь кипит, друзья. Зима и летом здесь отличная жизнь. Так что, поэтому я вам хочу сказать, друзья, скоро я вам покажу, который 1 квартира, 1+1,6 квадратный метр на третьем этаже. Не только для себя, для инвестиций, для будущего тоже отлично, друзья. Так что вот такой песчаный пляж, вот такой, друзья, мелкий-мелкий. Это не искусство, это натуральный песок, друзья. Вот такой песчаный пляж, очень интересный. Много людей интересуют Клеопатра, вот такой мелкий-мелкий песок, друзья. Вот люди тоже купаются, жизнь здесь наслаждается. У нас вот такая погода, друзья, ноябрь месяце, люди загорают. Давай, оператор, покажи, пожалуйста, вот это тоже. Действительно, вот люди загорают, отдыхают. Большинство людей, зима, все европейские, друзья, приезжают здесь 1-2 месяца, время проводит. Потому что зима, действительно, у нас тепло, хорошо. Так что, друзья, еще раз хочу отметить, сейчас вы находитесь в нашем канале, канал Арбатомс. Если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписывайтесь, друзья, подписывайтесь, чтобы каждый день получить интересное, хорошее видеоролик. Между прочим, друзья, из Украины, если из вас кто-то смотрит, из Киева, из Днепра, из Харькова, друзья, в середине декабря где-то мы будем, где будем, оператор? Харькове будем, Киеве будем, Днепра будем. Если вы хотите индивидуально с нами встретиться и поговорить, как можно правильно жить в Турции, в городе Алании, друзья, мы готовы с вами встретиться и поговорить. Для этого нужно заранее просто записываться, друзья, под видео. Есть мои контакты, пишите, звоните. Теперь я вас приглашаю вот этот проект посмотреть. Действительно интересный проект для сдачи аренды, очень хорошо. Но параллельно я смотрю, вот там тоже кошка, да, животные здесь наслаждаются, да, оператор, здесь животные тоже живут очень довольны, счастливы. Это наш крепость, Аланийский крепость, покажи, пожалуйста, который 13 век построен. Вот такой длинный, широкий, большой пляж, пляж Клеопатра, друзья. Так что, короче, друзья, здесь жизнь кипит, здесь жизнь прекрасна. Если вы хотите с нами поделиться вот этой жизнью, можете к нам обращаться. Счастье тоже поделиться. Теперь поехали, посмотрите. Так, друзья, теперь мы с вами приехали в то место, которое от
пляж Клеопатра, 400 метров недалеко. В самом деле мы в самом сердце Алании находимся, еще тихо, спокойное место, рядом еще есть парк, детский парк, друзья. Между прочим, хочу отметить, друзья, есть рядом здесь, отсюда недалеко, буквально 100 метров, мой любимый сладостный кюнефе, турецкий традиционный сладостный, здесь рядом есть кюнефе, очень вкусно готовить, между прочим. Так что, друзья, с вами начали с сада. Здесь есть детская игровая площадка, здесь есть генератор, и там есть место велосипед, друзья. Действительно, уютно, территория очень качественно построена, друзья, новый дом. Это не старый, новый, совсем новый, недавно сдали. И здесь есть вот такое место, которое как ресепшн. Можете здесь посидеть, поговорить, общаться со своим гостем, друзья. Все продумано. Действительно, молодцы турки, да, очень хорошо строят, очень хороший сервис. Между прочим, еще есть здесь рядом 24 часа консьерж. Она сразу здесь живет. Если есть у вас какая-то проблема средине ночи, всегда консьерж у вас здесь рядом. Есть вот такой тренажерный зал, друзья. Вот такой тренажерный зал. Огромный, большой, панорамный вид на сад. Еще с вами идем. Идем. Еще два лифта. Два лифта. Здесь есть вот такой чистый, уютно. Вот управляющая компания молодцы, очень хорошо работает. Чистый, уютно. Это тоже важно, между прочим, как-то управлять. Вот тренажерный зал, здесь душевая кабина, раздевалка, и здесь еще сауна есть. Вот здесь сауна. О, вот такой сауна. Очень хороший запах. И здесь жалюзи или джакузи? Жакузи. Жалюзи, что такое? Закрывается, короче, путай. Жалюзи. Это жалюзи. Это жакузи. Короче, вот так. Ладно. Вот такой тренажерный зал. Большой, молодцы, люди работают. Еще здесь детская игровая комната. Вот такой детская игровая комната здесь. Так что все работает, друзья. И, конечно, еще есть здесь зимний бассейн. Зимний бассейн. Вот так. Тепло, хорошо. В самом деле, друзья, для сдачи арена, аренда очень хорошо. Для сдачи аренда очень хорошо. Все есть. Дом небольшой, 5 этажей, но все есть. Давайте теперь я вас приглашаю на 3 этаже. Поехали! Итак, друзья, на 3 этаже с вами поднимали два лифта. Я вам говорил, очень красивый длинный коридор. Покажи, пожалуйста, вот эта красота, качество. И еще очень красивый, уютно, везде обои. Итак, мы с вами заходим. И здесь большой, огромный дверь. Огромный, тяжело. И заходим. Это маленький перехожий. 1+1, 600 квадратный метр. На 3 этаже, друзья, район Клеопатра, центр Алания. С левой стороны есть домофон, еще теплый полы, где ванная комната. Здесь теплый полы. Никто не жил, друзья. Это первичное жилье, поэтому свет, вода пока не подключили. Так что можем заходить, посмотреть. Бытовая техника выходит стоимость. Вот здесь есть чамашир макинист. Это стиральная машина. Здесь маленький душевый кабин. Очень качественно. Вот это камень, вот это все. Аппарат. Все очень качественно в самом деле, друзья. Так что все уютно. Все вот это продумано на самом деле. Так что еще сразу с правой стороны зал вместе с кухней. Вот такой. Есть посудомоечная машина, друзья. Есть духовка, вытяжка и холодильник, конечно, все новое. Все вот это, как видит, она так продается с мебелью, с бытовой техникой, еще, конечно, без мебели продается. Выходит только стоимость бытовая техника, друзья, вот это все. Так что все чисто, уютно. Еще кондиционер. Каждая комната есть кондиционер. Это тоже выходит стоимости. И огромный большой окно. Здесь огромный большой окно. Французский балкон, через дорогу другие дом уже есть, это центр Алания. Вот здесь выход есть,
балкон. Но мы с вами выходим через спальные комнаты, друзья. Давай, оператор, ты первый. Так что, и высокие потолки, обратили внимание, вот, оператор, высокие потолки, да? Очень высокие потолки, это для Алании необычно на самом деле. Так что еще кондиционер там тоже есть. Это уже спальная комната и ламинат. Ламинат, везде ламинат, зал, в зале тоже. Здесь тоже огромное большое окно, светлая квартира, друзья. Так что с вами теперь мы заходили, выходили, балкон. Очень удобно на самом деле, друзья. Вот отсюда буквально 400 метров до пляжа. Пляж Клеопатра. Мула тоже начал петь. Так что мула во время поет. Я очень люблю, когда мула поет. Ты любишь? Но некоторые не любят, когда мула поет. Мне кажется, как-то уже чужая страна приедете, надо вот этот закон принимать, правильно? Потом культуру принимать. Как такой разговор есть у русских? Чужой монастырь со своим законом. Чужой монастырь, своим законом не надо перейти. Это да. Есть это такой страна, закон. Ты приезжаешь в чужую страну, ты принимаешь. Да, вот такой. Поэтому от этого никуда не делитесь, друзья. Так что у нас все здесь прозрачно, все есть, друзья, рядом есть еще продуктовый магазин, рядом есть больница, рядом есть аптека, поликлиник и мечеть тоже отсюда. Недалеко, она не совсем близко, просто звук слышно. Так что, друзья, что мы с вами смотрели? С вами смотрели 1+1 на третьем этаже, район Клеопатра, в самом сердце Алания, друзья, и богатая инфраструктура, и для сдачи аренды очень хороший альтернатив, в самом деле, друзья, очень красиво, хорошо, здесь тоже потолки красивые, вот посмотрите, вот это дерево очень красивое. И я вам хочу сказать, друзья, теперь придется вам озвучить цена. Какая цена? Не скажем. Давайте цена. Под видео есть ссылка, нажимаете эту ссылку, оттуда уже получаете прайс-лист, друзья. Там все подробнее, информация тоже есть. Еще раз напоминаю, Украина будем в середине декабря, друзья. Если из Украины кто-то нас смотрит, друзья, можете заранее для индивидуальной встречи записываться. Всем желаю счастья, удачи, берегите себя. Пока-пока.